Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и мне прилетел очередной подарочек от одного из моих постоянных зрителей. Вот юзер 42, огромное тебе спасибо за то, что поддерживаешь меня в развитии моего канала и даешь мне возможность снимать все новые и новые видео. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что там внутри. И как обычно, что бы там ни было, я все равно буду безумно счастлив получить массу позитивных эмоций. В принципе, я уже их получил. Ну что, открываем? Я не знаю, что там, мы ни о чем не договаривались. Да ну нахрен! Блин, я не хочу. Так, ребят, давайте так. Для тех, которые не смотрели мои видео раньше, или для тех, которые пропустили предыдущее мое видео, в предыдущем видео я открыл 7 контейнеров, собери их все, получил огромный, как мне написали в комментариях, болт. И это не мое слово, я цитирую того, кто писал, и заметьте, это не хамство, не какое-то там нецензурщина. Поэтому, в принципе, я думаю, что можно этот термин использовать, и все понимают, что имеется в виду. В любом случае, я крайне благодарен. Вот юзер 42 за то, что ты мне придарочек прислал, а во-вторых, за те 2000 голды, которые я в любом случае уже получил, я потрачу их на что-то годное, куплю какую-нибудь еще машинку, ну и, соответственно, буду снимать на нее обзоры. Ну а теперь давайте будем открывать. Ребят, давайте откроем, начнем с «Собери их все», которые являются самыми нефартовыми контейнерами, общепризнано это. Открываем, что внутри? Внутри, в принципе, ничего, ничего абсолютно нет, но получаю дополнительный талисман. Мне не хватает 4 талисманов до еще одного косаря голды. В целом, уже очень доволен, уже очень классно. Теперь открываем с вами плохую компанию. Из плохой компании получаем, я думаю, что тоже ничего, потому что все-таки это я их открываю. Если бы открывал кто-то другой, тут бы, блин, сейчас падали машина за машиной. Вообще было бы по 2, по 3 премиумных танка сразу с контейнера. Но это я открываю, поэтому можете не рассчитывать на то, что вы увидите выпадение какой-то машины. Открываем черный ящик. Посмотрим, сколько голды сможем собрать с них. Смотрим, что нам падает. 400 голды. Супер! 2400, это круто, это классно. Почему 2400? Потому что 400 здесь. И 2 косаря изначально было в контейнере. Так, ну что, открываем мистический контейнер. Многие его хвалят, многие его любят. Не знаю. Мне что-то кажется, что ничего не выйдет. Нет, ребят, не упала машины. Машины не упала. И вот здесь, ребят, вот скажу откровенно. Вы знаете, я все-таки больше получил позитивных эмоций, чем негативных. То, что мне ничего не выпало, да ну и хрен с ним, что ничего не выпало. Я, во-первых, уже за 9 лет привык. Я, кстати, ошибся, уже не 8 лет играю, а 9 лет играю. Уже перескочил счетчик. Так вот, ребят, круто, классно, спасибо большое за позитивные эмоции. Друзья, дарите позитивные эмоции друг другу. Я всех вас люблю, возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Юсер 42, еще раз огромное тебе спасибо. До встречи в новых видео. Всем мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.